Николай Гастелло, советский военный летчик, командир бомбардировочной эскадрильи. 26 июня 1941 года, на пятый день войны, экипаж под командованием капитана Гастелло вылетел на бомбардировку немецкой механизированной колонны, двигавшейся по дороге Молодечно-Радошковичи. Началась атака. Экипаж сумел точно положить несколько авиабомб в скопление немецкой техники и обстрелять врага. Огнем зенитной артиллерии противника самолет Гастелло был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный бак. Но вместо эвакуации советский летчик совершил огненный таран. Гастелло развернул горящий самолет в сторону вражеской колонны и направил машину прямо в гущу немецкой техники. До последнего экипаж вел огонь по противнику из объятого пламенем самолета. Ни один из его членов не попытался покинуть бомбардировщик. Затем раздался взрыв. Самолет врезался в колонну. Сгорело немало немецкой техники, но цена этого подвига была высока. Весь экипаж погиб. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, капитан Николай Францевич Гастелло был удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.